Всем привет, друзья мои! Пушка приехала! Вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! А, пока-пока! Всем привет, друзья мои! Мы находимся в центре. И сейчас мимолетом покажу я вам. Ну, вы видели несколько раз магазины. Конечно, у меня нету времени останавливаться и смотреть цены. Ну вот сейчас вот мы с Настей идем по делам. И как раз вот эти изучаю Мерсин постепенно. Даже не смотрела на вас. Привет, привет. Мы были здесь несколько раз. Вот тут я была. В этом кафе, когда мне зуб вырвали или что-то. Ищем и карго, как отправить посылку мою. Ой, я ела, что-то не так. С ума не схожу за него. Кактус, фу, да. Эти косточки не прожевываю я, выплевываю их. Сейчас скидки. Центральная улица Мерсина. Здесь зубной врач мой. Мой зубной врач здесь. Да, вот здесь вот она и работает. Самый лучший русскоязычный врач. Зубная фея. Завернули мы вот на такую улицу. Как я обожаю ее. Тут полно бутиков, кафешек. Жизнь у меня интересная, и у вас тоже вместе со мной. Разговариваю так под маской, как будто нос перекрыт, и голос не похож, даже не узнаю себя, когда монтирую. Когда будет время, когда мы с Настей будем здесь сидеть и отдыхать? Боже ты мой, все время в бегах. Ну, еще такая вот уличка. В другое место. Нашла, да? Abi benim işim demek ki rast. А вот она. Не? А? А, вон Наташа. Мы переехали. Вот мы встречаемся переехали. С ней. Скидки, скидки, скидки. Сезон летний заканчивается, и у нас скидки. Урлочки чистенькие. Здесь по 40 эти свежие, у нас в районе 50. Атом кафе. Вкусный атом. Турецкая сладость. Что, орешки хочешь? Поснимаю вам центр города и самое большое высокое здание в Мерсине. Тут и офисы, и гостиница. Все-все там есть. На самом верху, говорят, гостиница, на высоких этажах. Так что это говорит о том, что землетрясений в Мерсине нет. А то бы не построили такое высокое здание. Здесь здание суда, да, по-моему, суд, главный суд. Мы с Сашкимом сюда часто ходим. Пользуясь ситуацией, показываю вам улицы. Сумочки можно по 15 лир купить.
здесь будет намного дешевле, чем в форумах, в центрах торговых. Наверное, не такое качественное, как в брендовых бутиках уже. Карго вот я не заметила, сколько смотрю, что-то здесь не видно почты. И вот банкоматик тоже, видишь. Сейчас мы легкие видим банкоматик. С Настей катаемся, и посмотрите, куда заехали. А вот впереди, думали, что заблудились, но увидели это здание и обрадовались. Это район Таросла. Здесь, наверное, дешевле будут квартиры вообще. А вот эти дома здесь нарисованы. Вот, вот. Сейчас я вспомнила. Ага, вспомнила. Вчера была здесь. Вечерний Мерсин. Мы все катаемся с Настей весь день. Катаемся. Никак домой не доедем. Я, знаете, друзья мои, не... сейчас мы в туннеле. В туннеле здесь тоже есть Мерсин. Я, знаете, что говорю? Я вот влюбилась в Мерсин. И ни один день не разочаровалась, не пожалела то, что я попала сюда. Благодарю судьбу за то, что я сейчас нахожусь в этом городе. Он такой красивый. Может, я со Шкивом на автобусе не так увидела его, как с Настей сейчас. Вот вижу, конца края нет ему. Вот эти районы возле моря. Это, конечно, далеко от моря, но я живу в очень красивом месте. Море под рукой. И люди поэтому не знают, что такое море, ездят на курорт. Почему переполнены эти курорты? Ну, здесь они в Мерсине, проживая, не видят эту красоту. Вот тут моя заловка живет в этом, кажется, районе. Во, Кютахья, Эвет. Вот мы проехали, вот я уже начинаю узнавать Мерсин. Моя заловушка Узлемчик. Кстати, надо к ней пойти в гости и показать ее вам. Наверное, соскучились. Всем привет, друзья мои. Вчера я Гигосику купила игрушки в магазине. Он так вчера перепугался их. Вообще сидел всю ночь, наверное, внизу. Сегодня более-менее как-то реагирует на них. О, посмотрите, вы видите? Я снимаю издалека. Понаблюдаем с вами за ним. Сейчас реагирует на какие-то... Поближе подошел, но пока еще не катается. На этих качельках. Какой смешной он, прошу его, ну скажи что-нибудь, скажи. Никак не получается у нас контакт. Посмотрите, как выпрямляет, утягивает голову. С кем-то разговаривает, с птичками. Я заметила, когда Джами поет, из Джами поют, он начинает подпевать им. Вчера мы были у турецкой семьи одной, и они говорят, может, он оттуда прилетел к вам. Очень реагирует на песнопение. Посмотрите на этого хулигана, посмотрите. И мы были у семьи в турецкой, у них был попугайчик синего цвета, такой красивый, и он разговаривал. Ну, а этот, не знаю, когда наш созреет. У того был сильный такой синий клюв. Сейчас подойду поближе и поснимаю вам моего мальчика, попугайчика. Морковку он очень любит. Видите, я ему даю, и он что делает? Крошит ее, крошит. Как бы ему положить ее сюда?
Я уже так придумала. Ну что, Гигосик, вот посмотрите, кто он у меня, мальчик или девочка? А, отворачивается. Явно, что не коричневый клюв. Да, мой хороший, да. Скажи, Ашкым, 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 Гигос, Гигос, Гигос. Почему не катаешься на качелях? Хорошая птичка. Посмотри, какие качельки мама тебе, мама, говорю, купила. Сейчас меня опять поругают. Посмотри, с зеркальцем. Ты мой красавчик такой. Посмотрите. Мне кажется, это мальчик. Он просто молоденький, и у него совсем не коричневый клюв. Гигос. Гигосик, ты не бойся, качайся на качелях. Да. Хорошая птичка. Посмотрите, посмотрите. Лишь бы к ним не дотронуться, куда пополз. Да, мой сладкий мальчик, мой любимый мальчик ты. Тебе маленькая-маленькая клетка купит тебе мама, клетку побольше скоро. Вот заговоришь, сразу побегу, куплю. Да, хорошая птичка. Птичка хорошая. Гигос, Ашкым. Говорить хочет что-то, но не может. Ашкым. Гигос. Когда ты будешь разговаривать? Когда? С тобой, да, разговариваю. С тобой разговариваю. Да, мой хороший. Что у тебя с клювом? Клюв? Что у тебя с клювом-то? С этой стороны что-то у него с клювом. Он тоже клюв линяет. Он не поломал свой клюв? Или... А смотрите, посмотрите, какой-то надломанный у него клюв. Гигосик, маленький гигосик, зайчик мой. Давай на качели катать, давай на качели катать, давай на качели. В общем, вот такое вот у меня чудо. Сейчас буду менять ему салфеточку. Нехороший ты. Я сейчас сижу на балконе и наблюдаю за моим гигосиком. Вы слышите, когда он слышит эту мелодию вообще, что с ним происходит? Все пытается сесть на эту качелю, но не рискует. Персик кушает, все успевает. Уже не равнодушен к этой карусели. Мой сладкий такой мальчик, клоун мой.